اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبرشتل سلواتنا بروكا. Это последняя ночь моих с вами лекций. Поэтому, иншаллах та'аля, то, что мы сегодня будем обсуждать, это является очень важным. Мы говорили о теории, мы говорили об определенных принципах нашей акиды, определенных вещах, в которые мы должны верить, какие позиции должны быть у нас в этих вопросах. Сегодня мы будем говорить, иншаллаху та'аля, о образе жизни Ахлю Сунна валь Джамаа. Каковым должен быть этот образ жизни? И нравственность Ахлю Сунна валь Джамаа. То есть, тот, кто понял эту акиду, тот, кто изучил эту акиду, как он должен себя вести в своей жизни? Образ жизни, каковым должен быть этого человека? Это очень важная тема на самом деле. Мы, Ахлю Сунна валь Джамаа, изучаем много теорий, а на самом деле о практике забываем. Соответствуем ли мы этим саляфам, которым мы приписываем себя, что мы следуем манхаджу саляфу и так далее? Соответствуем ли мы в жизни, на самом деле, наш образ жизни, подходит ли к образу жизни этих праведных предшественников? Во-первых, Ахлю Сунна валь Джамаа должны повелевать к одобряемому и порицать предосудительное. Это является из основ Ахлю Сунна валь Джамаа и из основ мусульман. Амрум биль маруф ва нахьюн аниль мункар. И место мусульман, которое Всевышний Аллах посчитал их самыми наилучшими, оно сохраняется только лишь амрум биль маруфам и нахьюн аниль мункарам. Почему? Потому что Всевышний Аллах в Коране говорит: «Кунтум хайра умматин ухриджат линнаси». Вы являетесь самой лучшей общиной, которые были выведены для людей. По причине чего? «Та'муруна биль ма'руфи, ва танхауна аниль мункари, ва ту'минуна биллах». Вы повелеваете одобряемому, порицаете порицаемое и верите в Аллаха. То есть эти условия: «Амру биль ма'руф», «Нахьюн аниль мункар» и «Вера в Всевышнего Аллаха». Этим мы отличаемся от других общин. То, что мы, когда видим харам, мы говорим: не делай этот харам, это запрещено. Когда мы видим, что оставляет человек фарз или там поклонение Всевышнему Аллаху, мы говорим: брат, пророк саллаллаху алейхи ва саллям побуждал к этому, Аллах в Коране обещает за это, вот это, вот это, делай. То есть этим отличаемся мы, мусульмане и Ахлю Сунна валь Джамаа, амру биль маруфам и нахью аниль мункарам. Однако это амру и нахью, у нее есть условия, чтобы человек сделал амру нахью. Во-первых, первое условие, чтобы тот человек, который запрещает что-то, он должен знать, что он запрещает. Что означает это? Он должен знать, вот эта вещь, которую он делает, она является ли харамом или нет. Может, оно может быть нежелательное. Может быть, это кто-то говорит, это халяль, кто-то говорит харам. Он ссылается на того, кто говорит халяль и делает. А ты слышишься на того, кто говорит, это харам. Тебе нельзя ему запрещать. Как имам Ахмад, рахима Аллаху та'аля, сказал,
а нахью, то есть запрет бывает в тех вопросах, которые единогласно говорят харам. Если хиляф есть вопросы, ты не имеешь права упрекать человека или запретить ему это делать. Он скажет, я ссылаюсь на какой-то довод, и ученый сказал, вот это можно делать. Поэтому тот человек, который запрещает что-то или повелевает что-то делать, он должен знать, что он запрещает и к чему он призывает. Во-первых, во-вторых, он должен знать, делают ли они этот мункар. Может, тебе показалось, что он делает этот харам. На самом деле, он должен уточнить, делает ли он это харам, и должен уточнить, оставили ли это фарз они, чтобы ты приказал им. Уточнить надо. Стоит ли сказать, стоит ли ты амру нахью делать. Сначала уточнить надо, он сделал это. Потом надо узнать, это на самом деле харам или что это. Потом нельзя изменить мункар посредством мункара. То есть ты харам убираешь, а средства у тебя харамные, тоже запрещенные средства. Например, человек делает харам, и ты начинаешь запрещать ему это, и сквернословишь, например, на него. Ты сам харам сделал, чтобы харам поменять. Так нельзя. И четвертое условие, чтобы поменять мункар или повелевать к одобряемому, это чтобы это не привело к еще большому мункару. То есть запретное делают, если ты начнешь это запрещать, если это приведет к еще большому запрету, тогда лучше молчать и своим сердцем это инкар делать и уйти. То есть тот человек, который делает амру нахью, он должен знать, что он делает. Он должен знать, чем он занимается. И каждый мусульманин должен амру нахью делать. Каждый мусульман должен амру нахью делать, насколько он может это делать. Насколько это в его силах. И имам села, он больше может амру нахью делать, чем простой человек. Взрослый человек, он больше может амру нахью делать, чем молодой человек. Больше он будет уважать, слушать, а молодого скажет, иди. И так далее. Каждый человек по мере своей возможности должен амру нахью делать. По причине того, что амру нахью мы оставили, и не повелеваем, и не запрещаем, мы в таком положении. Аллах, Аллах унижает этих людей, которые оставили амру нахью. Мы оставили амру нахью и думаем только о себе. Когда видим вокруг себя харам, мы ничего даже не реагируем. Поэтому, субханаллах, Аллах нас в таком униженном положении держит. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Вальтакум минкум умматун ядууна иля лхайри». Пускай из вас будет определенная группа, которая призывает к добру. «Ваямуруна биль маруфи ваянхауна аниль мункар». И повелевают к одобряемому и запрещают предосудительное. «Ваулайка хумуль муфлихун». И они являются преуспевшими. Также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: «Ман раа минкум мункаран фалиугайирху бияди». Субхан, это амру, это приказ. Если кто-либо из вас увидит мункар, пускай он меняет это своей рукой. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ. Если не сможет он своей рукой, как мы сказали, если он начнет рукой делать, еще больше фитна станет или еще больше мункар получится, тогда пускай своим языком хотя бы скажет. Амру нахью сделает. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ. Как минимум мусульманин то, что должен делать, если он не может ни слова сказать, ни своей рукой изменить, он должен встать и уйти с этого места. А на самом деле, даже не говоря уже о больших харамах или что-то там на улице, то, что творится, нет. Вот в наших маджлисах мы сидим, чай пьем, один начинает гибат делать. За кого-то, за каким-то братом начинает говорить. Не то, что мы ему затыкать рот, не то, чтобы сказать, брат, нельзя. Просто сидим и чай пьем с ними, слушаем его. И много таких маджлисов бывает у нас, валлахи. Потом думаешь, что мы делали там? Просто не можем своим брату сказать, брат, давай не будем об этом. Давай о полезном что-нибудь поговорим. Или будем просто о хлебе говорить. Или о шоколадах говорить. Это хороший шоколад, это нехороший, за чаем. Валлахи, это лучше, чем о кем-то говорить и на себе грех взять. Аллах унижает то общество, в котором нету амру нахью, в котором нету делай, не делай, если нету в этом обществе, Аллах унижает. Аллах в Коране говорит:
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Были прокляты те, которые не уверовали из числа Бану Исраилев. На языке Дауда были прокляты. На языке Иса бну Марьяма были прокляты. Почему? Потому что они ослушались и потому что они перешагали свои границы. Переходили свои границы. Затем Аллах говорит, «Кану ля ятанахауна ам мункарин фаалюху». Когда между собой они делали мункар, они не запрещали это. Это причина того, что Аллах проклинал их. Когда делалось мункар, они не запрещали. «Лабиса ма кану яфалюн». Как же скверна то, что они делали. То есть, по причине того, что мы друг другу не говорим, «Эй, брат, это харам, не делай». «Брат, давай не будем об этом». И тогда просто мы не можем это друг другу говорить, стесняемся, потому что в другом аджисе ты тоже говорил об этом. Сейчас он скажет, сейчас только хорошим стал ты. Да, брат, я сейчас начал побояться Аллаха. Ну и что? Каждый человек был какое-то время плохим. Каждый человек ошибается. Никогда нельзя стесняться. Я скажи, давай не будем об этом, не будем о другом человеке говорить. Я не хочу на себя это грех взять. Если он не хочет перестать, он хочет за чаем мясо кушать, встань и иди, брат, домой, чтобы с чаем шоколады кушать. Правильно же? Просто это как минимум то, что мы можем делать, встать и уйти, брат. Однако, перед тем, как человек амру нахью делает, мы сначала что делаем? Мы добрым образом наставление делаем. И мудрым образом призываем этого человека, чтобы он ограничился в рамках шариата. Всевышний Аллах в Коране говорит, «Уд'у иля сабили раббика биль хикмати валь мау'изати ль хасана». Призывай к пути твоего Господа мудростью и красивым добрым наставлением. «Ваджадильхум биллати хия ахсан». И веди с ним диалог наилучшим образом. Наилучшим образом. Ты сначала призываешь его наилучшим образом, с мудростью, с добрым наставлением. Не принимай, тогда ты приказываешь, запрещаешь потом. Сначала мягко, добрым образом призываешь его. Однако на этом призыве, на этом амру нахи, человек начинает видеть трудности и сложности. Не зря Всевышний Аллах в Коране сказал, «Илля ладзина аману ва амилу ссалихати ва тавасау бил хакки ва тавасау бис сабр». И те, которые друг другу завещали истиной, и друг другу завещали терпением. Почему терпением? Потому что когда мы начинаем друг другу завещать истину, мы начинаем видеть на этом пути трудности, неприятности, сложности. Поэтому мы должны сабру делать. Люкман своему сыну завещание делает и говорит, «Я бунайя акими ссалята ва амуру бил маруфи ванха анил мункар». «О мой сын, о сынок, совершай намаз и повелевай к одобряемому, и запрещай порицаемое, васбир аля ма асабак, и терпи, проявляй терпение за то, что тебя постигает. Инна залика мин азми л-умур, это является из решимости или решительности. Дорогие братья, это амру нахью, это непростая вещь. Все надо учитывать, когда человек амру делает, когда нахью делает. Вместе с тем, что мы придаем значительность амру и значение амру нахью, мы не должны забывать, что мы также должны сохранить джамаат. То есть ты сегодня запретил что-то, и этим, если можешь разделить джамаат, то лучше молчать. Почему? Потому что ты хочешь запретить один мункар, еще большой мункар делаешь. Раздел делаешь между джамаатом. Поэтому мы должны всегда сохранить общество джамаат вместе. Вместе с этим мы должны стараться исправлять сами себя через амру и нахью. И каждый, как мы сказали, каждый мусульманин обязан делать насиха и амру и нахью, как мы сказали. И каждому человеку разницы нету. Ад-дину ан-насиха, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Дин, то есть религия, это наставление. Искреннее наставление. Вот насиха, когда ученые говорят, это первое ее определение, насиха – это искренность. Кому искренность и наставление? Во-первых, Аллаху. Аллаху ты наставление, что ли, можешь делать? Нет, это как раз таки по отношению к Аллаху, это искренность.
ولكتابه его книги, то есть ты должен ее читать, ты должен амал делать, ты должен размышлять над этой книгой. Вали Расулихи, его посланнику, соблюдать сунну пророка, защищать своего пророка, любить его. Потом, вали аимматихим, имамам мусульман. Если у кого власть есть, делает порицаемые вещи, им тоже надо насиха делать. Ва амматихим, и для общества мусульман. Это является обязанностью. Однако, дорогие братья, пророк, саллиллаху алейхи саллям, говорит, ад-дину ан-насиха. Религия – это насиха, искреннее наставление. Не говорит он ад-дину аль-фадиха. Дин – это позор. Или, как сказать, выявление человека, опозорит человека. Нет. А на самом деле у нас во многих случаях получается из наставления что? Опозорит человека. Перед людьми говорим его, упрекаем или что-то. Вместо того, чтобы его отдельно позвать и искренне наставление делать ему, перед людьми он делает это насиха, и из него получается просто-напросто его опозорит. Также мы в этом пути мы должны друг другу помогать. Как Всевышний Аллах в Коране говорит: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Помогите друг другу в добром и богобоязненности. В добре и богобоязненности мы должны друг другу помогать. То есть сотрудничать в этом. Поддержать друг друга в этом. Если даже мы в разных местах, мы друг друга должны поддержать. Друг другу не вставлять под ножки. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Не помогайте друг другу в грехе и в вражде. Также Ахлю Сунна Валь-Джама'а, их образ жизни, они дают усердие поклонение Всевышнему Аллаху. Поклонение Всевышнему Аллаху, чтение Корана, выстаивание ночи молитвами, как минимум в Рамадане, чтобы Киям ул-Лейл, Таравихи читали. Потому что это и есть путь пророка, саллиллаху алейхи вассалям, искреннее поклонение Всевышнему Аллаху. Мы знаем, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, поклонялся. И это было ему фарзом. В отличие от других людей его общины, пророку, саллиллаху алейхи вассалям, выстаивание ночью молитвами было фарзом. Мы вчера говорили про жен пророка, саллиллаху алейхи вассалям, что только ему было разрешено больше на четырех жениться даже. Так же, как ему были... В таких вопросах отличия от своей уммы и в поклонении тоже были отличия. Он должен, обязан был каждую ночь встать ночью после сна и выстаивать ночью намаз. Это был фарзом на пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И Аиша, радиаллаху та'аля анха, говорит, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, выстаивал ночью намаз до тех пор, пока не растрескались его ноги. И я сказала, говорит, ему: неужели нельзя тебе не проявлять столько усердий в то время, когда Аллах тебе простил и бывшие, и будущие грехи? Все грехи тебе прощены, зачем так сильно усердствие проявлять? Пророк саллаллаху алейхи вассалям, знаете, что сказал? Афаля акуну абдан шакура. Разве нельзя мне быть благодарным рабом? А мы на самом деле, мы от благодарности очень далеко. Не то чтобы ночью встаивать намазы. Намазы вовремя мы не можем делать должным образом. Разве нам нельзя быть благодарными рабами? Мы спорим, что мы ахлю сунна валь-джама'а, что мы на пути саляфу и так далее. А в таких вопросах где этот спор? Где наши намазы в джама'ате? Где наш ибадат? Где наш зикр утром и вечером? Где наши аскари? Где наши ратибаты? Где это усердие в поклонении? Каждый пускай задается себе вопросом, начиная с меня и продолжая вас. Ахлю сунна валь-джама'а должны крепко держаться, когда у них начинаются испытания. Когда у них начинаются испытания, ахлю сунна валь-джама'а должны сабру делать, проявлять сабру и крепко держаться. Потому что Всевышний Аллах в Коране говорит: «Иннама юваффа сабируна аджрахум бигайри хисаб». Поистине, терпеливые получат их расчет и аджру, то есть их аджру получат они без расчета. То есть именно терпеливые. А терпение где нужно? Когда у тебя все нормально, терпения не бывает. Когда начинаются проблемы, испытания, тогда нужно терпение. Вот тогда познается, истинно ты ахлю сунна валь-джама'а или нет. Сдашь ли ты свои позиции и начнешь ли походить окружающему народу, или будешь держаться крепко на истинном пути. Тогда начинаются, когда начинаются эти испытания, вот тогда проявляется твой иман и сабру.
А насколько у тебя есть иман, настолько и будут испытания. Потому что пророк, саллаллаху говорит, «Инна идам аль-джазаи маа идам аль-баля». Величие награды и с величием испытания. Насколько велики твои испытания, настолько велики будут награждения. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا إِبْتَلَاهُمْ. Когда Аллах полюбил народ, Аллах испытывает этот народ. Это не означает, что если Аллах начал нас испытывать, что Аллах нас не любит. Или Аллах нас наказывает. Никоим образом, никоим случае это не означает. Наоборот, когда Аллах любит народ, Аллах испытывает их. Для чего? Для того, чтобы поднять их дараджа. А мы думаем, когда Аллах нас испытывает, что это для нас плохо. А Всевышний Аллах в Коране говорит, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Ведь может вам будет ненавистно что-то, а на самом деле это для вас лучше наоборот. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Ведь может вы полюбите что-то, когда все нормально, никаких проблем нету, вам это нравится может быть, а на самом деле это для вас плохо. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَىٰ. Вот в этом, когда Аллах полюбил народ, Аллах начинает испытывать их, кто будет доволен этими испытаниями, тому удовольствие Всевышнего Аллаха. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ. А тот, кто будет гневаться на эти испытания, то ему есть и гнев Аллаха, субханаху ва тааля. وَلَعِذُ بِاللَّهِ. Ахлю сунна валь джамаа не ищут проблемы себе. Также не ищут испытания. Также не ищут войны. Однако, когда приходят испытания, когда приходит война, они сабру делают на этом пути. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, завещает своей уме и говорит, «Ля татаманнау лика аль-адуи». Не желайте встречи с врагами. «Вас'алю Аллаха аль-афия». Просите Аллаха, чтобы вы не встретились с врагами, чтобы были в здравии от этого. «Фаиза лакитумухум фасбиру». А когда встретите их, будьте терпеливы. «Ва'аламу анна аль-джанната тахта зиляли суюф». И знаете, что рай находится под тенью сабель. Также ахлю сунна валь-джамаа, какими бы большими ни были испытания, они никогда не огорчаются и не грустят. Однако они живут эти дни испытания в надежде, что будет открытие от Всевышнего Аллаха и помощь от Всевышнего Аллаха. Потому что они верят, что обещание Всевышнего Аллаха. Аллах обещал победу для верующих, однако для нее есть определенные условия. И они верят, что после затруднения будет облегчение. «Инна ма'аль усри юсра». Также они знают, ахлю сунна валь джамаа, мы должны знать все испытания, которые нас постигают, и проблемы, и трудности, по причине чего? По причине наших же грехов, и ослушания, и ошибок. Всевышний Аллах в Коране говорит, «Вама асабакум мим мусибатин фабима касабат айдикум». وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Любое бедствие, которое вас постигает, это по причине того, что навлекли ваши руки. То есть, каждое бедствие, которое мы видим, трудности, это все из-за наших грехов, из-за наших ошибок, из-за наших ослушаний. Также, Ахлю Сунна валь Джамаа, если мы на самом деле являемся Ахлю Сунна валь Джамаа, нам нельзя уповать на причины мирские. То есть в поисках победы, в поисках облегчения мы не ищем причины мирские. То есть из-за того, что у нас нет прогресса в мирских вещах, поэтому мы в таком положении. Нет. Вместе с тем, что мы должны использовать причины мирские, но мы никогда не должны забыть, что богобоязненность и просьба к Аллаху, чтобы Аллах нам простил грехи, и упование на Всевышнего Аллаха, и благодарность, когда у нас все хорошо, это являются причинами победы, это являются причинами милости Всевышнего Аллаха. И на самом деле, в таком положении мы находимся, потому что мы забыли нашу религию. Вот нам на самом деле религия не является сутью жизни. Хотим мы этого или не хотим? У нас сердца черствые, у нас цели другие. Мы ищем дунья, мы ищем положение в обществе. Мы забыли про религию. Валлахи, забыли мы про религию. Если религия была бы сутью нашей жизни, мы в таком положении не были бы.
Если мы 24 часа думали бы о религии, мы в таком положении не были бы. Не говоря 24 часа, брат. 4 часа, если даже в день думали бы о религии и работали бы, мы в таком положении не были бы. Мы в таком положении, потому что мы не хотим шариат. Мы в таком положении, потому что мы не слушаемся своих ученых. Мы не уважаем их. Мы не готовы слушать, когда они будут нас повелевать к одобряемому и запрещать порицаемое. Вот общество, в котором мы живем, они хотят шариат. Мы хотим победу, мы хотим шариат. А на самом деле общество готово к этому? Не готово. Почему не готово? Потому что мы не делаем дават. Потому что мы не призываем к их этому. Потому что мы не делаем так, чтобы они полюбили шариат. Мы не показываем им нашу справедливость. Мы не показываем им нашу нравственность. Вот это нам не хватает. Если мы показывали бы на самом деле Ахли Сунна Аль-Джамаа свою нравственность, свое поведение, образ жизни, то они мечтали бы быть Ахли Сунна Аль-Джамаа, чтобы они тоже так же жили. Мы черствые. Мы сами далеки от религии и хотим, чтобы люди к религии пришли. Такое не бывает. Мы должны над собой поработать и думать над собой. Когда мы будем желать, мечтать о шариате, и нашего окружения тоже будет мечтать об этом, тогда Аллах Субханаху ва Тааля даст победу. А до этого не будет победа. Если даже будет визуальная победа, мы сами ее разрушим. Потому что мы не готовы к этому. И как мы сказали, мы каждый день и всегда, и в любом месте, мы всегда испытываем ее. Аллах испытывает всегда нас. Аллах испытывает нас и в нашей дуне, и в дине. Мы же видим это. В дуне Аллах забирает что-то, детей забирает, имущество забирает, спокойствие забирает, безопасность забирает. В религию сколько искушений Всевышний Аллах отправляет нам, чтобы проверить наш иман и стойкость на этой религии. Не то, что нас испытывает, испытывали сподвижники, пророки были испытаны. هُنَالِكَ بُتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. И тогда были испытаны верующие, и потрясло под их ногами. То есть землетрясение получилось. Затем Аллах что говорит? حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ. Пророки даже, пророки уже не осталось надежда. Яс уже у пророков. И пророки, и те, которые последовали за ним, что они будут говорить? Мата Насруллах. Когда же будет победа Аллаха? Вот таким образом Аллах испытывает. Тогда Всевышний Аллах, аля инна Насруллахи Кариб, поистине победа Аллаха близка. Тогда Аллах дает победу. Если на самом деле мы проявим стойкость и сабру. Также вот это испытание, которое Всевышний Аллах нам отправляет, это для нас же лучше. Мы не должны думать, что это для нас хуже. Потому что это является причиной прощения наших грехов. مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ. Испытания не разлучают, не отходят от мусульманина или мусульманки в их теле, в их детях или там в имуществе. حَتَّى يَلْقَ اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِئَ. Таким образом, что перед Аллахом он встречает и нету на него греха. Субханаллах. Аллахи, это милость Аллаха, то, что Аллах испытывает. В этом же мире, что Аллах очищает нас от этих грехов. Почему? Потому что наказание судного дня, она очень велика. Это не то, что мы в этом видим. Также мы должны знать, что в этом мире все хорошо не бывает. В этом мире всегда бывают проблемы, испытания, трудности. Как один из поэтов сказал, خلقت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقضاء والأقدار أقداري. Эта дунья как была создана мутной. То хорошо, то плохо, то трудно, то легко. И так, вот в таком положении дунья. И ты хочешь, чтобы она была четкой, ясной, спокойной, безопасной? Такой не бывает. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ад-дунья сиджну аль-му'мин». Дунья – это темница му'мина. «Ваджаннату аль-кафир». И рай кафиров. Почему? Потому что по сравнению с тем, что му'мина ждет судный день, это ему покажется, что это была темница, тюрьма. А по сравнению с тем, что кафира ждет судный день, он подумает, что в дунья был это рай. Поэтому мы должны быть готовы к этим испытаниям и проявлять сабру на этом пути. Также Ахли Сунна валь Джамаа, если мы являемся ими, мы должны бояться
пренебрегать благам Всевышнего Аллаха, его ни'мату. То, что Аллах дает нам ни'мат, мы должны быть благодарны Аллаху Субханаху Ва Та'аля. А для того, чтобы быть благодарными, что нужно делать? Нас учит пророк Саласам, что нужно делать? «Унзуру иля ман хуа асфаля минкум». Смотрите на тех, кто ниже вас, то есть в дунья. Кто беднее вас, кто слабее вас, у кого нет авторитета и так далее. На них смотрите. «Валя танзуру иля ман хуа фаукаком». Не смотрите на тех, кто выше вас. فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Это вам помогает, чтобы вы не пренебрегали ни'матом Аллаха. Если мы будем посмотреть на тех, кто выше нас, мы будем пренебрегать те ни'маты, которые у нас есть. Мы подумаем, что Аллах нам дал. Аллах тому дал много-много, там и деньги, и детей, и богатство, и авторитет. Аллах нам ничего не дал. А на самом деле, если мы посмотрим на тех, кто беднее нас, мы узнаем, в каком благе мы живем. Поэтому мы должны смотреть на тех, кто ниже нас, для того, чтобы не пренебрегать ни'матам Аллаха и чтобы быть благодарным Всевышнему Аллаху. «Валя ин шакартун, ля азиданнакум», Аллах говорит. Если вы будете благодарны, я еще добавлю вам. А если мы не будем благодарны Аллаху, то, что есть, тоже заберет. Мы должны всегда помнить, что Всевышний Аллах является богатым. «Я айюханнасу антумуль фукарау илаллах». «О люди, вы являетесь нуждающимися в Аллахе», говорит Аллах в Коране. «Все мы нуждаемся в Аллахе». «Все мы нуждаемся в Аллахе». Каждый человек. И нужда, и факр – это относительная вещь. Если мы нуждаемся в что-то, то для богатого человека это не нужно, однако у него есть свои нужды. Каждый богатый человек в этом мире, он нуждается, однако только Всевышний Аллах, который не нуждается. Он богатый на самом деле. А все остальные – это относительная вещь. Любой богатый человек, он бедный по отношению к другому богатому человеку. Поэтому всегда мы должны запомнить, что мы всегда нуждаемся в Аллахе и уповать на Всевышнего Аллаха. Аллах только живой, который не умирает, дающий жизнь, которого никогда не охватывает сон. И мы не должны поминать Всевышнего Аллаха, восхвалять Всевышнего Аллаха, благодарить Всевышнего Аллаха, всегда поминать Всевышнего Аллаха, в любом положении, сидя, лежа, стоя, всегда поминать Всевышнего Аллаха. И когда мы поминаем Всевышнего Аллаха, наши сердца должны смягчиться. Аллах в Коране что говорит? «Иннама ль-му'минуна ль-лязина иза зукира Аллаху ваджилят кулюбухум». Вот здесь мы знаем наши сердца в каком положении. Поистине те, которые уверовали, когда поминают Аллаха возле них, их сердца смягчаются. Наши сердца смягчаются, когда поминают Аллаха? Нет. В большинстве случаев нет. Почему? Потому что мы забыли про Аллаха. Мы просто языком просто поминаем его. На самом деле сердце мы забыли про Аллаха. وَلَيَّذُ بِاللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِمَانًا. Когда над ними читают аяты Аллаха, Коран читают, это добавляет им имана. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. И они уповают на Аллаха. Эти люди уповают на Аллаха. На самом деле мы сегодня затрагивали эту тему. Упование на Аллаха, Субханаху Ва Та'аля, это высший уровень имана. Конечно, не будут уповать на Всевышнего Аллаха, и будут уповать на кого-то или на себя, те люди, у которых нет имана. «Аллазина юкимуна ссалата ва мимма разакнахум юнфикун». Которые совершают намаз и которые выплачивают закат. «Улаика хумуль му'минуна хакка». Они являются на самом деле верующими. «Хумуль му'минуна хакка». «Лахум дараджатун инда раббихим». Для них есть степеня у своего Господа. «Ва магфиратум ва ризкун карим». И для них есть прощение грехов и благородный ризк, пропитание у Аллаха Субханаху Ва Та'аля. Также Ахлю Сунна Валь Джама'а, если мы являемся таковыми, мы должны себя украшать всеми благими нравами, чтобы от нас люди могли пример взять, а не для того, чтобы на нас этот пальцем тыкали и говорили, вот такие они, они что-то делали, они это делали, они не уважают старшего, они этого не делают, они то не делают. Вот эти ахляки, благие нравы нам не хватают.
А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что говорит? Акмалю ль-муминина иманан. Более полноценный иман из верующих, ахсанухум хулукан, у кого самый благой нрав. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: инна мин ахаббикум илайя, ва акрабикум минни маджлисан йаум аль-кияма. Самые любимые из вас мне и самые близкие к моему маджлису в судный день, кто? Ахсанукум хулука, у кого благой нрав. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: ма мин шайин юдау фил мизан аскалу мин хусни аль-хулук. Ничего не поставят на мизан, то есть на весы, тяжелее, чем благой нрав. Субханаллах. Это слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Не поставят на весы, на чашу весов, тяжелее, чем благой нрав. И некоторые люди появляются, субханаллах, пренебрегают благому нраву. Презирают некоторым братьям, которые распространяют благой нрав. Лекции про благой нрав и так далее, ахляк, поведение, образ жизни и так далее. Говорят, таухид распространяйте. Это христиане тоже призывают к благому нраву. Аль-Ияду билля. Субханаллах, что за разговоры между братьями это? Это люди вообще забыли, что такое религия. وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ. Поистине, тот, у кого есть благой нрав, он достигает уровня того, кто постоянно постится и кто постоянно намаз делает. Человек, который постоянно, каждую ночь выстаивает ночью намазом и каждое утро постится. До его уровня доходит тот человек, у кого благой нрав. А благой нрав что такое? Благой нрав – это очень большая, широкая вещь. Это не думайте просто так, что этого. Кому Аллах обещал самое высокое, самое середине место в раю? Тому, у кого самый благой нрав. Это не просто так же. Не думайте это просто так. И что в себе включает благой нрав, иншаллаху тааля, мы после таравиха поговорим об этом, иншаллаху тааля. Альхамдулиллахи, Рабби ль-Алямин.